Нихау, леди джентльмены, рад приветствовать вас на канале topchinop.ru. Сегодня у нас в обзоре Smartwatch. Это детские GPS-часы, которые некоторые называют T58S, ну, названий много у них. Это связано с тем, что они не очень популярны, но интересные достаточно, чтобы включить их в ассортимент, если вы уже занимаетесь продажей детских GPS-часов, а которые можно купить оптом из Китая. Кстати, ссылку на эту модель вы найдете в описании ролика, если смотрите его на YouTube. Переходите на наш сайт, там можно их заказать. Коробочки коричневые, ничем не примечательные, а есть маркировка, что здесь они золотые, здесь, видимо, стандартный цвет. А с него и начнем распаковку. Так, ага, у нас тут видно сразу же хороший кабель на магните, такая же, как в Q100 версия, здесь USB кабеля. Есть инструкция, может быть, в инструкции будет точное название модели, сейчас посмотрим. Ух ты, у них есть датчик сердцебиения. Я впервые открываю эти часы, они работают на сет-трекере, это очень хорошо. Инструкция цветная, полноценная, все расписано, как здесь все настраивать. Английский язык с двух сторон. Симпатично, но название модели я не вижу. Напишите в комментариях, если вы такие часы держали в руках. А какое у них название модели, подскажите, пожалуйста. Так, ну давайте посмотрим их внешний вид. Они, кстати, дороже стоят, чем Q100, хотя очень их напоминают. И, видимо, основное отличие, вот это то же самое Q100, что мы видели раньше, только здесь у нас датчик сердцебиения. Интересное решение, ну и корпус, скажу вам, другой. Давайте посмотрим поподробнее. Здесь силиконовый ремешок не используется, а здесь ремешок из кожзама, приятный на ощупь и дорого смотрится. Корпус, да видно сразу, что отлично собран. И если приглядеться, думаю, тоже видно даже на видео, что корпус имеет покрытие Soft Touch, очень приятный на ощупь, такой фиолетовый оттенок, коричнево-фиолетовый, черный экран, симпатично. Сзади есть выход для зарядки, сюда на магнитах прикрепляется зарядка, датчик сердцебиения и слот для сим-карточки, сюда вставляется симка, формат микросим. Окей, это хорошее решение, потому что если часы одеты на руку, чтобы достать симку, нужно их снять. То есть не так просто до нее добраться. Это еще дополнительный элемент такой защиты для ребенка. Включим, посмотрим, что внутри. Ожидаю нечто другое, чем в Q100. Да, видно сразу другая заставка. Какой симпатичный экран. Хорошие цвета, углы обзора. Ну, часы не дешевые, дороже стоят, чем те же Q100. Но и оправдывают себя не только тем, что есть датчик сердцебиения, но и экраном. Они, видите, большие цифры какие, наверное, их можно не только для детей предлагать, но и для взрослых. Поэтому давайте переименуем видео «Часы GPS для взрослых». Видно, что большие циферки, 2004 год, очень удобно посмотреть время будет для тех, у кого плохое зрение. Сенсорный экран, телефонная книга, набор номера. Видите, это точно часы для взрослых. Я думаю, многие, кто для кого часы предназначены в большинстве своем детские GPS, не понимают, что это за штука с кружочками. Ну да ладно, давайте дальше. Так, набор номера, общение, это чат, пульс, сейчас попробуем, шагомер, громкость. Ого, а ну. Ну да, громкость не маленькая у них. Сидячее напоминание, если человек долго сидел. Да, все, GPS-часы для взрослых. Честно говоря, я думал, что это будет что-то типа про более навороченную версию Q100, но они на базе этой платформы сделали часы для взрослых. Телефонная книга, все по кругу идет. А теперь давайте откроем другую коробочку и посмотрим, чем же они отличаются по цветам. T58S, аналог Q100. Ну, честно говоря, даже по цветам какой-то разницы очевидной не вижу. Может быть, они одинаковые, просто китайцы наклеечку наклеили лишний раз. Видимо, так и есть. Ну, такое вот решение. Ладно, то же самое. Давайте заодно включим, посмотрим. И да, я еще не проверил датчик сердцебиения. Сейчас я их одену на руку. Заходим в меню. Пульс. Повторно обнаружить. Есть у меня подозрение, что не работает датчик сердцебиения, если не вставить сим-карточку. Или если не подключить к сет-трекеру. Видимо, заблокирована эта функция по умолчанию. Сейчас посмотрим, если я нажимаю «Обнаружить», начинает ли у нас мигать индикатор. Если нет, то, видимо, только при регистрации. То есть можно, наверное, даже удаленно. Да, мигает датчик, все хорошо. Но не
считает пульс, потому что не подключена у нас, не синхронизированы у нас часы вместе с приложением SetTracker и со смартфоном. В целом, интересное решение для взрослых на базе уже продвинутой модели Q100. Для детей это GPS-часы для взрослых, которые часто называют T58S. Отличительная особенность в том, что здесь есть датчик сердцебиения, а, конечно же, работает здесь полноценный GPS-модуль. Есть все нужные функции, которые мы привыкли видеть во взрослых часах. Вот я запустил инженерное меню на базе G601. Есть у нас Edge, есть у нас GPS, вы видите. А есть у нас датчик сердцебиения, сердечко нарисовано, но нужно с трекером синхронизировать, чтобы и GPS работал, и этот датчик. Поэтому часы за свои деньги, наверное, одни из самых лучших. У нас сейчас постоянно теперь сканируется сердцебиение, пока мы их не наденем. Полностью исполняют свои функции. То есть, что здесь важно? Важно, это, конечно же, функции здоровья, шагомер, датчик сердцебиения. Второе, с них можно звонить, на них можно звонить, если экстренный вызов. Всегда можно определить положение человека, на руках которого одеты эти часы. И, конечно же, видно даже, что прошивка сама полностью на русском языке, с большим шрифтом, большая громкость, есть даже вот такая функция здоровья, напоминание, что человек засиделся, нужно прогуляться. То есть, и даже вот рабочий экран, сейчас вернемся. Ну, так, здесь мы уже в инженерном меню. Вот, рабочий экран, огромнейшие цифры, все читабельно, даже для людей с плохим зрением. Ссылку на эти часы вы найдете в описании ролика, если смотрите его на YouTube, переходите на наш сайт, там можно узнать о минимальной партии. А я благодарю вас за просмотр видео, подписывайтесь на канал и удачи вам в бизнесе!